Заболеваемость за прошедшую неделю выше предыдущей недели на 21%. Напомню, что подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекции отмечается с первой недели 2022 года. И максимальный прирост заболеваемости был на третьей неделе. Соотношение доли омикрона уже составляет 87%. 13% приходится на дельту. Наше законодательство позволяет нам оказывать помощь населению вне зависимости от гражданства, от там, наличия полиса или отсутствия полиса, экстренную неотложную помощь. Мы оказываем в любом случае без каких-либо вопросов. Количество обращающихся к нам пациентов снижается, но количество тяжелых форм в долевом соотношении становится больше. И это нас беспокоит, потому что у нас и отделение реанимации сейчас, ну не сказать бы, что забиты, но у нас в отделениях реанимации довольно серьезное количество пациентов. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.